Ну, в принципе, всегда, да, всегда церковь, это отдельная, всю жизнь, да, была отдельная, скажем так, власть, идущая параллельно с государственной властью. Это очень большая сила, которая может двигать народными массами. Это было всегда, испокон веков, просто в какие-то времена, мы знаем, да, в недавние, да, когда это пытались задушить и разрушить, но все равно это все жило и процветало. И церковная власть, государственная, они всегда идут параллельно, бок о бок, и так или иначе все, и церковь, и государство учитывают, да, власть, которая имеет над народными массами. А должна ли церковь вмешиваться? Ну, естественно, мне кажется, должна, потому что церковь, ну, должна следить за нравственным аспектом жизни нас, людей обычных.